15 стран, которые входят в ООН, лишили права голоса. Об этом заявил генсек организации Пан Ги Мун. Причина проста – не платят членские взносы. Это касается, например, Ливии, Доминиканской республики, Бахрейна, Мали, а также Венесуэлы. В феврале к ней как раз должны перейти полномочия председателя Совбеза ООН. Караксу выставили счет на 3 миллиона долларов. Есть суммы и поскромнее. Так, Сан-Винсент и Гренадины – это карликовое государство в Карибском море – должны 2155 долларов. А Бурунди – это на востоке Африки – всего 1360. В списке был Иран, но Тегеран оперативно внес средства, ему вернули право голоса. Добавлю, что некоторые страны из черного списка смогут принимать участие в обсуждении важных вопросов. Другие лишены и этой возможности.